от пациента ранее к вам обращался за расшифровкой МРТ, у вас же есть ранее заключение, посмотрите сразу же тренд, куда и что идет. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 1957 года рождения, дата исследования 8 октября 2023 года, в динамике с МРТ от 24 июля 2023 года, область исследования — органы малого таза. На МР-томограммах малого таза область входа в малый таз нормальной конфигурации, симметрично, подвздошно-поясничные мышцы четкие и ровные. Визуализируемые отделы прямой и сигмовидный кишок не изменены, без локальных утолщений и патологических образований. Мочевой пузырь, положение и форма обычные, размеры не увеличены. Контуры четкие, ровные. Стенка до 3 мм. Содержимое однородной структуры, визуальной интенсивностью сигнала, соответствующей жидкости. Паравизикальная клетчатка дифференцирована. Предстательное железо шаровидной формы, неоднородно по своей структуре, размером 39 на 47 на 43 мм, объемом 41,2 кубического сантиметра, ранее 37 на 42 на 46 мм, объемом 37,3 кубического сантиметра. Справа в периферической зоне визуализируется участок сниженного МР-сигнала на Т2 и АДК, размером 40 на 49 на 64 мм, ранее 33 на 42 на 49 мм, сохраняются признаки инвазии в правый семенной пузырек на всем его протяжении, в мышцу, поднимающую задний проход, и в прямую кишку, в верхнем ампулярном отделе. На протяжении 18 на 27 мм, ранее 19 мм, в условиях отсутствия контрастного усиления, достоверно объем образования и инвазию не оценить. Семенные пузырьки кистозно изменены, содержат множественные мелкие кисты диаметром до 5-6 мм. Семевыносящие протоки, в зоне сканирования, без особенностей. Лимфатические узлы не увеличены. Заключение МР, картина образования, PIRATS-4 с признаками инвазии в правый семенной пузырек, мышцу, поднимающую задний проход, прямую кишку, на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы. По сравнению с МРТ от 24 июля 2023 года, отрицательная динамика, тенденция к росту образования. 9 октября 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: образование потихоньку растет. Его объем увеличивается. Без контрастного усиления точно оценить его объем, глубину инвазии невозможно, лучше делать исследования с контрастным усилением. We'll be right back.